What is your name? Orbeli Iosif Abgarovich. Will you repeat this oath after me? I, and then state your name. Citizen of the Orbeli Iosif. Citizen of the Union of the Soviet Socialist Republics. Гражданин Союза Советских Социалистических Summoned Республик. Summoned as witness in this trial. Вызванный в качестве свидетеля по настоящему делу. Do promise and swear. Перед лицом суда обещаю и клянусь. In the presence of the court. In the presence of the court, перед лицом суда, to tell the court nothing but the truth, говорить суду только правду, about everything I know in regard to this case, обо всем, что мне известно по настоящему делу. You may sit if you wish. Скажите, пожалуйста, свидетель, какую должность вы занимаете? Директор Государственного Эрмитажа. Ваше ученое звание? Академик Академии наук Союза Советских Социалистических Республик. Действительный член Академии архитектуры Союза СССР. Действительный член и президент Армянской академии наук. Почетный член Иранской академии наук. Член общества антикваров в Лондоне. Член-консультант Американского института по археологии и искусству Ирана. Находились ли вы в Ленинграде в период немецкой блокады? Находился. Известно ли вам о разрушении памятников культуры и искусства в Ленинграде? Известно. Не можете ли вы изложить суду известные вам факты? Помимо общих наблюдений, которые я мог делать за ходом действий вокруг Ленинграда, я ближайшим образом наблюдал меры, предпринимавшиеся врагом по отношению к музею Эрмитаж, к зданиям Эрмитажа и Зимнего дворца, в залах которого расположены выставки Эрмитажа. На протяжении долгих месяцев шла систематически и бомбежка, и артиллерийский обстрел зданий Эрмитажа. В Эрмитаж попало две авиабомбы и около 30 артиллерийских снарядов. Причем снаряды эти причинили значительные повреждения зданию, а авиабомба привела в разрушение систему канализации и водопроводную сеть Эрмитажа. Наблюдая разрушение Эрмитажа, я в то же время видел перед собою здания Академии наук, расположенные на другом берегу реки. Здание Академии наук, а именно Музей антропологии и этнографии, Музей зоологический и расположенный рядом с зоологическим музеем, морской музей в здании бывшей фондовой биржи. На все эти здания обращен был усиленный обстрел зажигательными снарядами. И последствия этих попаданий я видел из окон
Зимнего дворца. В самом Эрмитаже артиллерийскими снарядами причинен был ряд повреждений, из которых я сейчас назову наиболее существенные. Одним из снарядов был разбит портик основного здания Эрмитажа, выходящий на Миллионную улицу, и поврежден антаблемент над скульптурами атлантов работы Теребинева. Другой снаряд, пробив потолок гербового зала, одного из самых больших и парадных зал Зимнего дворца, пробил своды первого этажа и причинил в этом зале большие повреждения. Два снаряда попали в бывший манеж Зимнедворский, где расположены придворные парадные кареты 18 и 19 веков. Причем одним из этих снарядов были разбиты в щепки четыре кареты 18 века художественной работы и одна парадная золоченая карета 19 века. Еще одним снарядом был пробит потолок нумизматического зала, колонного зала основного здания Эрмитажа, и разрушен балкон этого зала. В то же время филиал Государственного Эрмитажа на Соляном переулке, бывший музей Штиглица, попала авиабомба, которая причинила очень большие разрушения зданию, приведенному в полную негодность. При этом пострадала и значительная часть экспонатов, имевшихся в этом помещении. Скажите, пожалуйста, свидетель, правильно ли я вас понял? Вы упоминали о разрушении Эрмитажа и говорили о Зимнем дворце. Одно ли это есть здание? И где находился Эрмитаж, упоминаемый в ваших показаниях? До Октябрьской революции Эрмитаж занимал специальное здание, выходящее на Миллионную улицу и другим фасадом на Дворцовую набережную Невы. После революции к Эрмитажу присоединен Малый Эрмитаж или Ломотово здание, отделяющее здание Эрмитажа от Зимнего дворца, а затем и весь Зимний дворец. Таким образом, в настоящее время комплекс зданий, составляющих Эрмитаж, образуют Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, в котором музей находился до революции, и здание Эрмитажного театра. Вот как раз во двор здания Эрмитажного театра, построенного при Екатерине II архитектором Гваренги, и попала фугасная бомба, о которой я упоминал. Кроме разрушения Зимнего дворца, Эрмитажа, известны ли вам факты иных разрушений памятников культуры? Я наблюдал целый ряд памятников Ленинграда, которые пострадали от артиллерийских обстрелов и от авиабомб. В том числе повреждения причинены Казанскому собору, построенному в 1814 году Воронихиным, Исаакиевскому собору, где колонны и до сих пор носят следы повреждений, выбоины в граните. You're going rather too fast. Хорошо. Go on. Затем в пределах города значительные повреждения причинены Расстрелевскому флигелю близ собора Смольнинского, построенного Расстрелли, где вырвана средняя часть галереи. Кроме того, значительные повреждения причинены поверхности стен Петропавловской крепости, в настоящее время не являющейся военным объектом.
А помимо Ленинграда, известны ли вам факты разрушения в пригородах Ленинграда? Я ознакомлялся подробно с состоянием памятников Петергофа, Царского села и Павловска. Причем во всех этих трех городах я видел следы чудовищных покушений на целость этих памятников. Притом повреждения, которые я видел, и перечислить которые очень трудно, потому что их очень много, все эти повреждения носят следы предумышленности. Относительно предумышленности обстрела здания Зимнего дворца я мог бы упомянуть о том, что 30 снарядов, о которых я говорил, попали в Эрмитаж не в один налет, а в течение длительного периода времени. В общем, не более одного снаряда в каждый данный обстрел. В Петергофе, помимо тех разрушений, которые причинены были Большому дворцу пожаром, уничтожившим совершенно этот памятник, я видел содранные с крыши Петергофского Большого дворца золоченые листы и от купола Петергофского собора дворцового, и от здания под гербом на противоположном конце этого громадного дворца. Причем слететь эти листы от огня и пожара не могли, они были содраны умышленно. В Монплезире, в старейшем здании Петергофа, построенном Петром, все повреждения носили характер производившихся длительно и постепенно, не в результате какой-либо катастрофы, потому что плафон Монплезира остался нетронутым, а покрытые ценной резьбой по дугу стены были ободраны. Старинные времени Петра голландские кафельные печи бесследно исчезли, и вместо них были поставлены временные грубые кладки печи. В Царском селе, в Большом дворце, построенном Растрелли, повреждения носили несомненно умышленный характер, потому что в ряде зал паркет был выломан и вывезен до того, как здание погибло от пожара. В агатовой зале, стены которой сплошь украшены полированным агатом, была устроена вспомогательная оружейная мастерская. И при этом горн помещен был в резном, очень ценном камине 18 века, приведенном в полную негодность. В Павловске, дворец которого также уничтожен был пожаром, целый ряд признаков свидетельствовал о том, что ценное имущество, находившееся в этих залах, вынесено было до поджога. Скажите, пожалуйста, вы заявили только что, что и Зимний дворец, как и другие памятники культуры, перечисленные вами, что и Зимний дворец также преднамеренно был разрушен. На основании каких данных вы это заявляете? Преднамеренность обстрела и повреждений, причиненных артиллерийскими снарядами Эрмитажу, для меня во время блокады, так же, как для всех моих сотрудников, была ясна потому, что повреждения эти причинены были не случайным артиллерийским налетом в один или в два приема, а последовательно при тех методических обстрелах города, который мы наблюдали на протяжении месяцев. Причем первые попадания были направлены не в Эрмитаж, не в Зимний дворец. Снаряды ложились мимо. Производилась, несомненно, пристрелка. А после этого
приблизительно в одном и том же направлении, с ничтожными отклонениями по прямой линии, снаряды ложились, как я уже сказал, не более одного, самое большее двух, в каждый данный обстрел. Это не могло носить случайного характера. У меня нет больше вопросов к свидетелю. Any of the other prosecuting counsel want to ask any questions? Any of the defense counsel? Herr Zeuge, Sie haben eben ausgesagt. You haven't said who you are or who you are appearing for. Dr. Laternza, Verteidiger des Generalstabs und des OKW. Herr Zeuge, Sie haben eben ausgesagt, dass durch Artilleriebeschuss und auch durch Abwurf von Bomben das Schloss Eremitage, der Winterpalast und auch der Peterhof zerstört worden sei. Es würde mich nun sehr interessieren, wo diese Gebäude stehen, und zwar gesehen von Leningrad aus. Зимний дворец и Эрмитаж, стоящий рядом с ним, находятся в центре Ленинграда, на берегу Невы, на Дворцовой набережной, неподалеку от Дворцового моста, в который за все время обстрелов попал только один снаряд. С другой стороны, против Невы, рядом с Зимним дворцом и Эрмитажем, находится Дворцовая площадь и улица Халтурина. Ответил ли я на ваш вопрос? Ich habe die Frage etwas anders gemeint. In welchem Teil von Leningrad liegen diese Gebäude? Im Südteil, im Nordteil, im Südwestteil, Südostteil der Stadt? Können Sie mir darüber Auskunft geben? Они находятся... Зимний дворец и Эрмитаж находятся в самом центре Ленинграда, на берегу Невы, как я уже сказал. Und wo liegt der Peterhof? Петергоф на берегу Финского залива, к северо, юго-западу от Эрмитажа, если считать Эрмитаж отправным пунктом. Können Sie mir sagen, ob in der Nähe des Schlosses Eremitage oder des Winterpalast sich Industrie, insbesondere Rüstungsindustrie, befindet? Сколько мне известно, в районе Эрмитажа военных предприятий не было. Если вопрос имеет в виду уточнить расположение зданий штаба, то он находится на другой стороне Дворцовой площади, и от обстрелов пострадали много меньше, чем Зимний дворец. В здании штаба, которое находится на другой стороне Дворцовой площади, сколько мне известно, попало не более двух снарядов. Wissen Sie etwas darüber, ob vielleicht in der Nähe dieser Gebäude, die Sie genannt haben, Artilleriebatterien standen? На всей площади около Эрмитажа и Зимнего дворца не было ни одной артиллерийской батареи, потому что с самого начала предприняты были меры к тому,
чтобы не было излишнего сотрясения вблизи от здания, где находятся такие музейные ценности. Haben die Fabriken, die sich in Leningrad während der Belagerung befanden, haben die auch in dieser Zeit noch weiter gearbeitet in der Rüstungsindustrie? Я не понимаю вопросов. Какие фабрики? Вообще ленинградские фабрики? Die Leningrader Rüstungsfabriken, haben die in dieser Zeit der Belagerung noch weitergearbeitet? Я знаю, что на территории Эрмитажа, Зимнего дворца и в ближайшем его окружении не работало никакое военное предприятие, потому что там их никогда не было, и во время блокады они там не были установлены. Но я знаю, что в Ленинграде военное снаряжение производилось, и сколько я могу судить, с успехом применялось. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Rechtsanwalt Servatius für die Organisation der politischen Leitung. Herr Zeuge, der Winterpalast liegt an der Neva. Wie weit ist die nächste Brücke über die Neva von dem Palast entfernt? Ближайший мост, дворцовый мост, расположен в какой-нибудь полусотне метров на расстоянии ширины полотна набережной. Но, как я уже сказал, за все время обстрелов в дворцовый мост попал только один снаряд. Именно это утверждало меня в мнении и в уверенности, что Зимний дворец обстреливался умышленно. Я не мог допустить, что при обстреле моста попал в него только один снаряд, а 30 попало в стоящий рядом дворец. Другой мост находится на другом берегу Большой Невы. Это биржевой мост, соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной. В этот мост, сколько мне известно, попали только зажигательные снаряды, при том небольшом, то есть сброшенные с самолетов. В небольшом очень количестве. Пожар, который возник на биржевом мосту, был потушен в течение... Да, не заметил. Herr Zeuge, das sind Schlussfolgerungen, die Sie ziehen. Haben Sie irgendwelche artilleristischen Kenntnisse, dass Sie beurteilen können, ob das Ziel das Schloss oder die daneben liegende Brücke war? Я никогда не был артиллеристом, но я предполагал, что если немецкая артиллерия обстреливает мост, то она не может всадить в мост один снаряд, а в дворец, находящийся в стороне, 30 снарядов. В этих пределах я артиллерист. Das ist Ihre nicht-artilleristische Überzeugung. Ich habe eine andere Frage. Die Neva wurde von der Flotte benutzt. Wie weit entfernt von dem Winterpalast lagen die Schiffe der Roten Flotte? В этой части Невы боевых судов, которые бы вели огонь или выполняли такого рода службу, не было. Суда на Неве стояли в другой части реки, далеко от Зимнего. Noch eine letzte Frage. Sind Sie während der ganzen Belagerungszeit in Leningrad gewesen?
Я находился в Ленинграде с первого дня войны до 31 марта 1942 года. Затем я вернулся в Ленинград, когда уже немецкие войска из окрестностей Ленинграда были изгнаны. И тогда именно и осмотрел Петергоф, Царское село и Павловск. Danke, ich habe keine Frage mehr an den Zeugen. General doesn't want to ask me. Do you want to ask any questions in re-examination? У нас нет больше вопросов. I didn't hear the answer. У нас вопросов больше нет. General. Then the witness can retire.